Дальше что? Чек не трек какой-то. Что вы кидаете? Тут половина осужденных каких-то. Я не играю в игры через силу за деньги никогда. Если что. Если этого не понял по Майнкрафту, по... Это еще что? Да вы заебали со своей какой-то бесконечной... Бля, так, я, в принципе, дальше не буду включать, что он там пизданул. Заранее, блядь. Будьмо уважні, святе єсть. Бля, тут в этом видосе все охуительно. Бля, что за пиздец, блядь? Бесплатно очень хороший порно с животными, с собаками. Молодая девчонка. Опять полетела, бля. Ой, блядь, ну ладно. Че это за говно, блядь? На нахуй. Даже смотреть не буду. Че вы бэкаете, блядь? Вам сейчас Собчат въебут на 10 минут ненадолго. На колени пред королем. А я все думал. Когда же ты появишься? Долбоеб ебаный. Подчинись воле Рейс Кинга! У меня уже хуй голов стоит. И сейчас не даст, ну блядь, ну как жить после этого? Вот как жить дальше? Акарись! Теперь ты в моем подчинении. Эй, могу я синий? Готов? Моя воля закон! Я пока смотрю видосы, я проебываю половину донатов. Я типа... 900 вкладок. А твоя! Чё, блядь, это смешно, типа, или что, блядь? Так, вкладки справа закрываем, поехали дальше. Что это? How does this lexigram thing work? We talk to Kanzi with this. Kanzi, come here. Come here. Hamburger. Mails that I would cheat on my boyfriend for. Wait. So number... Я половину мемов не понимаю нихуя. I finally figured out the hype with these jeans. You can fit a whole rotisserie chicken. Че за хуй? Было сейчас опасно, кстати. Очень. Why do you like this?
хуета какая-то, в пизду. Я с иглы хуета какая-то, скип. Я, блядь, вот 100% говорю, хуета. Сука, ну это так прикольно, блядь. У меня не работает плеер. Все, он нахуй сдох. Я не могу, видите, у меня вот тут что-то пиздец какой-то. У меня вот это колесо, бля, ебаное выскочило. И я ничего сделать не могу с этим. Не, вы не эфайте, там не это самое. Ебать, что за трек, а? Это не Биг Боб, чуваки. Нажми Escape, не работает, братан. И средняя кнопка мыши тоже не работает. Я аж, блядь, не долбоёб, я знаю, как это включается. Так, Мемес Z что-то... Ой, это мы посмотрели. Хуйня какая-то. Ну-ка, это что? Это мы тоже... Как оно по два раза у меня донаты полетели, я не пойму. Вы типа одно и то же кидаете? Хуй поймешь. Это язык симов, блядь, или чё? Бля, это какой-то я сверху хуету посмотрел. Не, мне какой-то вообще дичь кидают за 20 рублей. Так, хорошо, поняли, попил. Я знаю этот мимас, я не буду его слушать. Но он пиздец разрывной, я вам сразу говорю. Я считаю, гений его придумал какой-то. Чек и видео. Я жи. Голь. В ТГ? Не, в ТГ... Ну, если, блядь, кому-то не лень будет, пусть зальет. Ой, бля... Ксенон погас, Жигуль. Так, хорошо, дальше что мне еще скинули? Привет, я посяду? Ты, блядь, чё, блядь, ты еблан? Нет, ты вообще с этого орёшь? Тебя интернет только провели или что? Блядь, еще один грустный кран. Инстар Спайр Петлан Форш! Да уж, это поможет. Трис, ты в порядке? Прекрасно. Займись лучниками, они уже близко. Что происходит? Мотыльков у нас больше не будет. Так что сваливаем. На корабль? Нет, с той стороны их еще больше. Будем пробиваться к Флотзему. Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил.
Меня тошнит. Хоть помру с рукой на прекрасной попке. Блять, чё? Я удержу заклятие. Блять! Что за хуету я посмотрел? Я думал, мем какой-то будет. А в чем прикол? Я нихуя не понимаю, блядь, вообще пол говно какое-то. Чел, блядь, реально сидит на планшете. Планшет, блядь, для игры ВОСУ использует, блядь. Вообще здоровый нахуй головой, нет? Отдельный вид долбоебов, ребят, мне кажется. Покупать для ОСУ планшет вообще гениально. О, щит. Господи, сегодня будет вообще полный пиздец. Алло, здравствуйте. Алло. Меня зовут Александр Викторович, я сотрудник отдела досудебного взыскания Восточного экспресс-банка. Звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности, которую вы 74 дня не платите. А, это которую я на гей-клуб? Это когда я на гей-клуб брал, да? Да, это когда я на гей-клуб брал, да, Макик? Блядь. Смешно нахуй. Смеемся, блядь. Да, пиздец, дети, блядь, такие ебланы вообще просто. Я, блядь, маленький был, я сам названивал и сидел, угорал. Но я, блядь, прям, ну, не угорал, то есть не какие-то там гей-клубы, не. Я сидел, прям реально человека выводил на эмоции и, блядь, так что делал, что человек, который работает где-то в офисе, и ему, блядь, прописано в договоре, что ему нужно общаться вежливо, что он орал мне и говорил, что он мне ебало снесет. Вот, то есть, в МТС куда-нибудь звонишь, и пиздец пошел. То есть вот, вот так смешно было раньше. А это просто какой-то ебалайкин, блядь. Да я не могу, все, это что за хуйня, блядь? Парни, вы сейчас видосы делаете? Все, давайте. Я сгорел. Даже если gay, fucking deep. Они теперь, но fucking нет нигде. Что нам делать? Нужно каждый. Даже если gay, I'm so horny. И теперь, но нет, а дальше? Move your around more. Move your... Это гениально, такую хуйню сделал. Папича смотрит гении, понимаете? Он просто не понимает. Mommy is going to work. Ой, бля. Everyone's favorite battle royale game is dying. Do you guys have any ideas? What the dog doing? What the dog doing? Logama, logama, logama. Use code Among Us. Among Us. Among Us. Among Us. I like your idea. Among Us is a very popular game. Let's see what you came up with. Did you just make an Among Us clone? Good. Так, это что у нас? Если я умру, не дай Аллах. Блять, можете что-то попроще кидать?
Да, этот юмор не спасти, блядь. Я, безусловно, вернусь. Вернусь по той причине, что нет смысла уходить, потому что, ну, банально невыгодно уходить. Сейчас я буду показывать, что я хаваю. Это новая вершина, которую я покоряю. Где мод? Хуй знает, спросите у Феки, блядь. Как можно не любить воду? Человек состоит... Ну, меня всегда поражали люди, которые не любят дождь, или не любят воду, не любят купаться. В смысле? Запусти рака сюда. Так, хорошо, окей. Мем смешно. Так, ну окей, если мемы смешно, сейчас попробую.